9 по 12 ноября 2010 года в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» прошла ведущая инструментальная выставка России СНГ Moscow International Tool Expo Mitex. В этом году участие в ней приняли около 400 экспонентов из 14 стран мира. Динамика развития инструментального рынка свидетельствует о том, что эта отрасль стремительно преодолевает негативные последствия кризиса. Заводы и компании не только расширяют модельный ряд инструментов, но и заботятся об их эргономичности и долговечности. Свои достижения, уникальные разработки и технологии на выставке Mitex 2010 продемонстрировали крупнейшие производители и поставщики строительного инструмента, силового оборудования и садовой техники. Организатором выставки является выставочная компания «Евроэкспо», а стратегическим партнером – Российская ассоциация торговых организаций и производителей электроинструмента и средств малой механизации «РАТПЭ». Официальным спонсором выставки является российский лидер по производству электроинструмента компания «Интерскол». Все мы прекрасно понимаем, что современные технологии невозможны без современного оборудования. Это необходимо для всех отраслей хозяйства, поэтому нам так важно системное ежегодное проведение таких выставок, которые организует компания «Евроэкспо». Московская международная выставка Mitex, безусловно, является крупнейшим выставочным мероприятием отечественной инструментальной отрасли. Здесь представлены инструменты садовой техники, другое оборудование практически всех ведущих инструментальных компаний. Эта выставка является действительно центральным событием отрасли, и это такое место встречи, которое теперь уже изменить нельзя. Вот уже второе десятилетие выставка является центром притяжения всей отрасли электроинструмента. Выставка, она практически сегодня является одной из крупнейших специализированных выставок в Европе. Я думаю, что на протяжении еще нескольких лет выставка Mitex станет тем зерном, тем ядром, который будет объединять всю отрасль электроинструмента в Европе. Сама выставка является не только местом встречи ведущих производителей, дилеров и потребителей инструмента, но и идеальной информационной площадкой. Посетители выставки имели уникальную возможность принять участие в конференциях, мастер-классах и презентациях, попробовать инструмент в работе и оценить его качество. Очередная выставка Mitex пройдет с 8 по 11 ноября 2011 года там же, в экспоцентре, в павильоне номер 2. Мы приглашаем всех, чья профессиональная деятельность связана с использованием инструмента, посетить крупнейший форум России, стран СНГ и Восточной Европы. Место встречи изменить нельзя.